Добрый вечер, ребята. Всем счастья, здоровья. Таксистам хорошая работа. Щедрых, вежливых пассажиров. И подписчикам всем привет. Фу, хотел рассказать вам историю. Только что ехал по такси тачка 15 километров за 100 гривен. Конечно, я ему дал 150. Ну, как пассажир. По колено снега, даже по пояс. В одном месте мы застряли. Я побежал там брать лопату, откапывать его. Он уже выехал. Короче, сильно намучился. Спасибо большое такси тачка и драйвер такси. Как пассажир я, то да, такси классное, и драйвер лайк. За 100 гривен 15 километров по пояс снега на шару считаю. Звонил я в другие фирмы такси, там три фирмы такси обзвонил. В одной мне сказали 300, в другой 400, типа двойной тариф. А в одной такси сказали 250. Это, ну, самое дешевое. Вы знаете, какое, которое сейчас везде самое популярное. А в тачке я за 100 гривен приехал. Был иностранец. Города не знает, улицы не знает. А вы мне пишите в комментарии, что это за такси. Там, допустим, я фотки выставляю в Инстаграме, там одесский таксист в Инстаграме, подписывайтесь, Инстаграм, Ютуб, Зелорация, если кто хочет пообщаться, просто попиздеть, взаимопомощь. Вот сейчас мы, допустим, застряли, я мог бы в рацию крикнуть, и пацаны подъехали бы, вытащили бы нас, то есть не вопрос, взаимопомощи канал Зелорация, Play Market, или я ссылку сейчас оставлю. Потом, что еще я хотел сказать? Так, быстро. А, я как пассажир, мне такси понравилось. Оно самое дешевое. Быстро приехало. Был иностранец, города ничего не знает. Вы увидите это в Ютубе сейчас дальше. Потом что? А как водитель я, то да, блядь, это говно, нахуй. Тачка это, сука, бомжатня, нахуй. Пиздец, нахуй. Короче, что я мог бы выехать на своей машине, взять двойной тариф, заработать 400 гривен. А так по тачке все пассажиры уезжают по 100 рублей, нахуй, по 100 гривен. Это два. Что еще добавить? А, вы мне пишите, вот я фотки выставляю в Инстаграме, там 50 гривен на поселок хочет ехать девочка. Это в сухую погоду за 50 гривен. Вот такие возят. Вот сейчас фото, вот сейчас видео посмотрите дальше. Вот такие возят за 50 гривен 15 километров. Если я приехал по колено снега за 100 гривен. А девочку, когда они видят, то ты что, блядь, они и за 40 поедут, нахуй. Так, короче, что еще добавить? А, всех обнял, всех люблю, на канал подписывайтесь, лайки, дизлайки, комментарии сразу сделайте. Блядь, я растерялся, я когда смотрю вот так, я теряюсь, что еще вам сказать? Короче, тачка это хуйня, со стороны пассажира тачка лайк, со стороны водителя дизлайк, потому что водителя, блядь, сосут, нахуй, болт. Без работы сидят, потому что вот возят их по 40 гривен, нахуй. Что еще сказать, блядь, сука, я растерялся. Быстро. Что еще? Ну, я уже вам все сказал. В Инстаграм подписывайтесь, Ютуб, Зелорация. Всех люблю, всех обнял. Смотрите ролик. Так, ребятушки, заказал такси тачка. Ехать нам километров 15. Смотрите, по колено-то. По колено снега. 15 километров ехать за 100 гривен. Холодно. Здравствуйте. А? Нам, да. Да? Сюда, да. Окей. Тачка, такси, тачка. Да. Окей. Нам далеко ехать просто, да, это. Километров 15, но очень много снега. Выгодно вообще работать? Выгодно работать вообще? Да. А? 15 километров получается, блядь, за 100 рублей. Что выгодно ехать, снега по колено? Да, 15... Кеме? Just Google Translator. Русский чуть-чуть. А, русский чуть-чуть. Google Translator. А? Google. Да. Ого, много снега. Очень много снега.
глянем, брат. Бля, чтоб мы здесь не застряли, брат. Давай, давай, больше газа, больше газа. Газ, газ, полный газ. Давай, 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 полный газ, полный газ. Полный газ. Налево, налево. Чуть-чуть почистили. Давай я толкну, подожди. А ну давай, джин-джин. Бля, тут трактор надо, трактор надо. Ну сейчас, сейчас, давай буду толкать, братан. Давай я толкал. Я толкнул. Много газа, полный газ, полный газ. Блять, а дальше вообще не прочищено, ёбаный рот. Мы хуй вот так прямо вниз, но мы там можем хуй проехать, там не прочищено нихуя. Но прямо? Да, да, прямо вниз. Ёбаный рот. Сейчас подожди. Окей. Okay. Стоп, стоп. Окей. Okay. Блядь, я еще так никогда не ездил, брат. Ты ездил когда-то? Ты ездил когда-то так сильно? Смотри, сколько снега, очень много снега. Зато тачка приезжает на помощь, ребятушки. С любой дырки вывозит вас, правильно? Давай я буду толкать. Я буду толкать. Ёбаный, вот это пиздец. Это пиздец, да. Прямо вот так. И там уже вниз есть. Давай я буду толкать сзади. Толкать. Давай, давай. Ладно. Давай, давай. Ёбаный в рот, застряли нам. Давай назад. Дай назад. Сейчас я возьму лопату, пойду. Дай лопату. Пизда, ну. Сейчас лопату возьму, пойду. Сейчас. Да, это пизда, застряли нахуй. Сейчас лопату возьму. Пиздец, нахуй. Сейчас я лопату возьму. Подожди. Тачка приезжает на помощь. Похуй, ребятушки. Все заказывайте тачку теперь. Я взял лопату, братишка. Бегу. Я бегу. Ты мой спаситель, блядь. Я что, застрял? Надо лопата? Не надо? Выйдем? Я несу назад. Лопата. Не надо? Окей, окей. Бля, я ходил за лопатой. Уже не надо. Ёбаный рот. Пиздец. Фух. Тачка — это будущее, ребятушки. Фу, блядь, сука. Полный газ, брат. Фу, блядь. Это пиздец, нахуй. Много снега, да? Много снега. Фу, еле выехали там. Это пиздец, ребят. Фу. Тачка бежит на помощь. Чипидейл бежит на помощь. Вправо. Право, окей. Блять, ну сука. Дай назад. Не, застряли. Застрял. Пиздец, нахуй.
Но там дворники можно уже отключить. Дворники можно отключить уже, братишка. А, не разумеешь? Да. Фу, бля. Выехали на нормальную дорогу, ребятушки. Я говорю, дворники можно уже отключить, брат. Можно отключить, да. Я разрешаю, отключаю. Я разрешаю, отключай дворники, пожалуйста, братик мой. Отключай дворники, говорю. Ой, блядь. Я говорю, дворники можно отключать. Я разрешаю, братик мой. Тачка! Это будущее! Да, брат? Да? Тачка будущее, тачка будущее. Будущее, тачка будущее, такси, тачка будущее. А? Google Translate? Не, ну Google, Google. Я говорю, можно отключать все эти, вот. Вниз, вниз. О, можно отключить, окей. Нормал, нормал, много снега. Ты сам откуда был? Америка, да? Мы? Да. Индия. Индия. Индеец. Там, где индейцы живут, да? Индейцы там живут? Да. Индейцы, индейцы. Да, да. Индия, Индия. Индейцы живут, я понял. Индия. А Индия есть такси, тачка? Индия, тачка, тачка, индрайвер, нет, Индия. Нет, нет. Индрайвер, да. Есть? Индия индрайвер? Да, да. А, да ты оттуда приехал сюда таксовать? Да, там. Красавчик нам, братишка, красавчик. Индия, Индия, красавчик. Фу, блядь, сегодня задуло, пиздец, ребятушки, нас задуло. Можно здесь, да, брат? Блядь, на, брат. Так, там тариф был 100, на тебе 150. Окей. Окей. Окей, все, пока, брат. О, счастья, здоровья. А. Ой, блядь. Все, приехали, на. Потрясающе, хорошо.